Всем привет, друзья! С вами ваш Мангуст, и сегодня я буду выступать в роли полицейского в игре Euro Truck Simulator 2. Буду патрулировать улицы города Москвы, выявлять нарушения, может быть, кого-то догонять. В общем, выявлять, догонять, штрафовать, наказывать. Все мы сегодня будем делать, останавливать там профилактику, может, какую-нибудь нарушение. В общем, посмотрим, ребят. Стоим мы около... вот, как бы так сказать, как это, поста ДПС, да, пост дорожно-патрульной службы, вот такой вот. Сегодня будем кататься на Шкоде, полиции, вот тот фордик мне не дали. Вот, напарник мой здесь стоит на трассе, смотрит, так, аккуратно, чуть не сбило меня, блин. Бумер чуть не сбил меня, так что, ребятки, давайте, он Ай-8, что ли, поехал, да? А, нет, это пятерка, наверное, да, пятерка или семерка. Так, ну что, ребятки, я вот тут стою, уже готовый, если что, стартануть куда-то. Ну, давайте поедем в поток и будем смотреть вообще за нарушениями, выявлять их, так сказать. А вы, ребятки, пока устраивайтесь поудобнее, заваривайте себе чайку, делайте бутеров и погнали смотреть серию. И, конечно же, обязательно ставьте лайки, подписывайтесь на канал и пишите самые интересные комментарии, которые попадут в следующий ролик. А сегодня попали вот эти ребятки. Спасибо вам за комментарии. Ну что, поехали, пацаны. Да, пишите больше, пишите интереснее, обязательно попадете. Так, выезжаем с сиреной, чтобы, если что, так, нас никто тут не протаранил. Так, ребят, поехали. Поехали дальше смотреть вообще. Ну, сейчас немножко в потоке прокатимся, посмотрим, как себя... ведут водителя. Если кто там подрезает, быстро едет, то обязательно... Так, наверное, мигалки можно отключать, чтобы не привлекать к себе внимания. И ехать аккуратненько по трассе. Смотреть, всматриваться в водителей. Там, если пьяные будут, тоже. Неважно, на встречке они едут или здесь. Сейчас будем смотреть. Так, ребята, вы тоже обязательно смотрите. Пока вроде все нормально. Ну да, странно было бы, если мы только выехали, да, и тут сразу какие-то нарушения. Но вот этот чувак слева, вот, смотрите, они там как-то быстро, мне кажется, едут. Или это из-за того, что как бы он встречный трафик. Кажется, что на самом деле быстро. Но вот я еду 80 км в час. Здесь у нас ограничение, не заметил, сколько. Вроде 80 было по знакам. Ну сейчас первый знак увидим, будем знать, сколько у нас ограничений. И будем именно так выявлять нарушителей. Слева лесовоз. А если у тебя документы на лес-то, а? Слушайте, лес вывозит. Ну-ка, давай-ка его стопорнем. Слушайте, догнать уже не могу. Соточку идет. Га себе крас. Так, остановитесь, водитель краза, остановитесь и прижмитесь к обочине. Остановитесь и прижмитесь к обочине. Номер. Номер машины. У-527. Там дальше не вижу. У-527, остановитесь. Блин, слушайте, ребята, нифига себе. Куда ты-то? Сюда, блин. Офигеть, тут вообще меня колбасит как-то, я не понимаю. Так, уходит от нас крас. Надо срочно его догнать. Походу точно лес ворованный. Остановитесь и прижмитесь к обочине. Останавливаемся, водитель краза. Останавливаемся. Давай. Подрезаем его, подрезаем. Стопе, стоять. Так, ребята, пойдемте узнаем, что тут вообще за дела такие. Почему не останавливаемся? Добрый день, уважаемые. Почему не останавливаемся по приказу? Что с лесом? Документы на лес имеются? Так, все, ладно, нормально. Документы есть. Почему не останавливаемся? Музыку слушаем, да? Все понятно. Так, ребята, ну говорит, типа музыку слушать. Ну ладно, пойдем, поехали дальше. Так, тут все нормально. Блин, единственное, что машину покоцал с этой бабой, блин. Так что поехали дальше. Ладно, тут что-то дождик пошел. Я себе, наша работа, да, и в дождик, и в слякоть. Ищем нарушения. Не, ну крас, конечно, вообще. Дикий баба так. Опа, уже вертолетик летит. Вертолет. Так, едем дальше, выявлять нарушения. Здесь пока все нормально было. Единственное, что женщина не стала останавливаться. Так, дворнички можно включить. Эти в дождик, да? Опа. Что-то давно я на самом деле в Евротрак в дождик не катался. Прям очень давно. Так, я вообще-то хотел по Москве поездить. Ну ладно, сейчас на перекрестке развернемся и поедем назад в сторону Москвы. А сейчас мы куда-то едем в какую-то другую сторону. Опа. Подожди. Вот этот товарищ меня заинтересовал. Ну-ка. Сирену. Так. И погнали за ним.
Там прям вообще какой-то гонщик, походу. Поехали, ребята. Вот этот белый, я не знаю, на Фиате там он, или что там было. Ну, что-то он очень быстро ехал. Так, я уже 120 еду, представляете, я даже автобусом догнать. Так, тут пазики наваливают. Пазики наваливают. Слушайте, а это не полиция ли едет? Не, это... А, она тоже за ним гонится, да? Так, уступите дорогу, уступите. Смотри, ушел нормально. Вот он, гонщик. Нет, не он? Да-да-да-да-да, это... Подожди, или не он? Стоп. А где он? Он уехал? А, вот он едет передо мной, он вроде. Куда ты? Ну-ка, водитель мини-купера. Водитель мини-купера, прижмитесь к обочине. Остановитесь и прижмитесь к обочине. Мне кажется, там опять девушка сидит, да? Так, прижался к обочине. Стоять, стоять, я тебе сказал. Останавливаемся, останавливаемся. Так, выходим из машины, идем в сторону мини-купера. Ну тут, тут там мужик какой-то. 78-й регион, питерский, походу. Так, здравствуйте, уважаемый. Почему так несемся? Че делаем морду кирпичом, а? С ваш штраф за превышение скорости. Так, сколько у нас максималочка? 90 км в час. Максималочка 90 км в час. Вы явно шли где-то 140, потому что я шел, ребят, 130. Он явно шел 140. Так что с ваш штраф, все, больше не нарушайте. Все, ребятки, пойдемте в нашу обалденную тачку. Все, снимаем с ручничка, поехали, поехали дальше. Так, отключаем сирену. Опа, мои напарнички проехали слева. Так, возвращаемся в Москву, потому что по трассе здесь мы уже так нормально поймали. Не, проехал бы кто на красный свет, вот тоже было бы интересно. Потому что пока только я подозрение был на кражу леса. Подозрение было, ну, на превышение это явно так. Даже вот 110 здесь пошло, да, здесь уже 110. Пока вроде ребята не нарушают, нормально едут. Да, вот 110, ну, плюс 20 километров можно, поэтому нормально. Но тот явно шел с нарушением. Там прям я чувствовал. Так. Эти бочка, да? Audi. Бочка 80-очка едет. Хорошее такое состояние у нее. Прям живая такая тачка. Так, что у нас тут? Газелька едет, да, справа, нет? Тут нормально, тут все нормально. Опа-опа-опа, так. Что здесь такое случилось? Вот это да! Так, ребят, видимо, так, стоять. Включаем сирену. Слушайте, здесь что-то у нас произошло такое интересное, вот. Так, мужики, так, пропускаем, давайте. Пропускаем. Водитель Мерседеса остановился. Пропускаем, пропускаем. Слушайте, какой дерзкий-то, а? Надо было его догнать. Так, водитель пазика останавливается. Так, давайте посмотрим, что здесь у нас случилось. Слушайте, тут, походу, у Дафа просто прицеп... Разорвало, да? Прицеп разорвало, походу. Что-то выпало у него здесь. Так, мужики, что случилось-то? Так, смотрите, ребят, получается у Дафа с прицепа повалился груз. Ну ничего себе, вот это да. Нормально. Так, а когда мы сюда ехали, этого не было, да? Получается, только-только произошло, меня почему-то не вызвали. Ну да ладно, в принципе, ребята здесь уже разбираются. Что, поехали дальше, не будем им мешать работать. Так, пока никого нет, надо туда проскакивать. Ну, естественно, все с маячками, ребят, все как надо. Так, все, уже не нарушаем, можно маячки отключить. Так, тут даже уже... Оу! Ну-ка, ни черта себе! Вот это да! Так, а кто там въехал-то, я что-то не понял. Подожди, вот это дела! Так, слушайте, это я удачно попал. Это я прям удачно попал. Так, стоять, водитель Мерседеса, стоять. Причем фургона Мерседеса, стоим, останавливаемся. Останавливаемся, ты куда поехал? Стоять, говорю. Ты куда поехал? Все. Слушайте, он хочет уехать. Так, ты куда там назад-то сдаешь? Там уже некуда сдавать. Все, стоять. Так, ты еще пазик протаранил, да? Че, пазик протаранил? Нет? Бедный пазик, чуть-чуть осталось. Га, у него катки такие четкие. Так, ну-ка, давайте. Опять девушка, что ли? Подожди, ты только что был... Ты... А, стоп, блин. Фух, чуть девушку, короче, не арестовал другую. Я что-то думал, это та машина. Вот он. Вот он, водитель-то. Ага, я смотрю. А, ну тут тоже, походу, женщина сидит, правда. А, ну, вы поняли, короче. Так, девушка, ну и что мы здесь не останавливаемся? Почему дистанцию не держим, а?
Почему мы вот влетаем в машину, которая вас предупреждает о том, что нужно тормозить и перестраиваться, а? Давайте я вам протокольчик выпишу и... Наверное, вы пьяны вообще-то, наверное? Почему? Как можно не увидеть вот это? Как можно не увидеть вот эту машину? Причем здесь и инспектора стояли. Не, ну это вообще дичь, ребят. Это на самом деле дичь. Так, а, значит, вам штраф. Все, мы дальше едем. И еще на экспертизу сейчас отправим вот с теми ребятами. Поедете, прокатитесь, так сказать. Посмотрим, что-то вы мне подозрение. Так, все, дворники можно отключать. Так, едем дальше. Ребят, ну, конечно, я вообще в шоке с этих местных водил. Воу-воу, смотрите, сколько много инспекторов. Так, небольшая пробочка. У нас здесь еще что-то стало с дальнобойщиками. Почему-то они остановились. Вот сзади меня крузак едет. Почему-то дальнобои остановились, непонятно почему. Так, пошел разгончик. Гольфик справа едет. Пока все нормально. Но вот эта авария, конечно, была очень серьезная. Так, давайте направо поедем. Вот сюда вот. Так, вот наши как раз инспекторы, пост, ДПС слева. Так, въезжаем в город Москва. То есть это пост ДПС был перед въездом в город. 110 у нас ограничения. Можно топить. Пока что смотреть за трафиком. Так, здесь что-то тоже у нас произошло. Так, уже остановили. Так, чувака уже остановили, уже обрабатывают. Ага, все нормально. Так, едем дальше. В поисках нарушения. Пока что, ну, такие были... ну вот одно серьезное, конечно, с аварией. Прям девушка так серьезненько попалась. Так, самосвал. Подождите, а можно ли грузовикам в Москву въезжать днем? По идее, нет. Ух, нифига себе, блин, автобус несется. Так, а давайте-ка его стопорнем. Мне кажется, нельзя. Тем более таким. Ну-ка. Водитель Краза. Водитель Краза, останавливаемся в правом ряду. Слушайте, у меня что-то на Краза сегодня. Водитель Краза, останавливаемся в правом ряду. Прижимаемся к обочине. Прижимаемся к обочине. Так, внимание, внимание. Тормозим. Тормозим, 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 тормозим. Так, аварийку включаем. Так, ребят, ну что, пойдемте пройдемся. Так, опять девушка. Слушайте, нас сегодня везет на девушек. Я не понимаю, почему все девушки у нас сегодня водят. А, то Краз, то... Ну, два Краза, считай, да, вроде? Да, два Краза и там авария была с девушкой. Так, а у вас документы есть на проезд в Москву, а? А что за... Что за звуки такие, я не понимаю? Какие звуки? Это Ситроен, что ли, так мне сигналят? Походу, Ситроен мне так сигналят. Так, девушка, документы показываем на груз. На проезд в Москву, что днем можно. Ага, все нормально, я понял вас, все. Все, ребят, здесь все нормально. Непонятно, откуда звуки какие-то такие дикие. Так, поехали дальше. Поехали дальше, здесь все отлично. Так, и сразу пустая дорога, да, перекрыл так. Нормально перекрыл дорогу, все, опустело сразу. Так, ну что, погони сегодня, хочу погони. Хочу какую-нибудь погоню. Вообще, будут какие-нибудь здесь спорткары? Почему никто не носится? За кем-то... А, ну, по идее, мы за этим же гнались. За мини-купером-то, да? Там же погоня была такая нормальная. Так. Ого, надпись, господи. Я даже читать не буду такую надпись. Так, ну, походу, здесь все нормально. Нарушений я больше не вижу особых. Уху ели, ребят? Вы уху ели? Вот это реклама. Кто уху ел? Кто любит уху? Вот, и далее как. Что-то уже никого нет. Что-то, походу, ребята там стопорнули, видимо, всех. Так, ладно, мы тоже останавливаемся. Не вижу я пока трафика. Тем более уже темнеет. Солнышко. А, вот они поехали. Так, стоп. Вот там вот интересный чувак летит, нет? Не, ладно, он там нормально. Я думал, слишком быстро едет, но вроде ничего. Так, у нас уже закат, ребят. Так что мы, наверное... Остановимся. И сейчас будем сдавать смену. Потому что, ну, тут уже ночь практически наступает. Видите, солнце уходит в закат. Сейчас будем сдавать смену.
Ну, таких сегодня явных нарушений, конечно, не было. Смена была более-менее нормальная. Ребят, если вам понравилось, как я работаю за полицию в Евротраке, ну, на самом деле, это такая новинка для меня в Евротраке. Я просто увидел полицию и решил для вас снять вот такую вот серичку. Надеюсь, вам понравилось. Обязательно поддержите лайкосиком, напишите самый интересный комментарий, подпишитесь на канал. И всем спасибо за просмотр. С вами был ваш Мангуст. До скорых встреч!